сегодня будем готовить? Очень интересный десерт. Это такой шоколадно-кофейный мусс. Сейчас делаем водяную баню, но сначала быстренько растворю. Заварю кофе. Растворимый кофе. Ты знаешь, сейчас есть такой хороший, качественный растворимый кофе. Главное, ароматный очень. Главное, чтобы он был ароматный. И потом есть сейчас такой кофе, насколько я понимаю, который готовится, он прямо, знаешь, он как свежезаваренный. Он не такой вот, как раньше, когда мы пили индийский растворимый кофе. Я помню, очень давно другого не было. 2 столовые ложки мне нужно будет потом такого. Видишь, это, ну, 2 столовые ложки порошка растворимого кофе я залила вот так где-то, ну, где-то 70 миллилитров воды. Немного еще кипятка мне понадобится для водяной бани. Шоколад топится на водяной бане для того, чтобы он не пригорал. То есть это, в принципе, если ты это можешь делать, не отходя от шоколада, то можно топить и просто на огне. Но я хочу успеть сделать еще массу других полезных вещей. Сюда, кстати, мне нужно добавить вот именно тот кофе, который я только что заварила. Половину его. Оп. Остальная половина остается здесь. И коньяк. Коньяк или ром, какой-нибудь ароматный алкоголь, столовая ложка. Ну, это десерт такой для взрослых. Он сейчас пары выпарится, то есть он испарится, останется приятная пикантность от него. Вот так. И оставляю растапливаться шоколад. А мы с тобой тем временем берем здесь у меня 100 миллилитров сливок. И я в них должна замочить желатин. Желатин у меня порошковый. Вот такая неполная столовая ложка желатина и 100 миллилитров сливок. Разводим. Так, оставила ненадолго. Теперь здесь у меня 300 миллилитров сливок. Нам нужно их взбить с небольшим количеством сахарной пудры. Добавляю 1,5 столовые ложки сахарной пудры. Взбиваю до образования густой воздушной массы. Сливки должны быть самые жирные, какие только можно найти, 33-35%. Все готово. Теперь мы с тобой снимаем с огня растопленный, вот посмотри, шоколад. Все как следует перемешиваем. Перемешивать лучше или деревянной ложкой, или вот такой силиконовой лопаткой, для того, чтобы шоколад не свернулся. Видишь, какой получается, какой красивый ганаш. И вот пока он еще такой жидковатый, я беру немножко, вот так буквально на ложку, и на дно, ну вот я буду делать в таких бокалах, стаканах, даже может быть лопаткой, сейчас попробую, так аккуратно, не хочется края измазать. Вот так вот распределить по дну. Он схватится, понимаешь, и будет такое плотное основание в каждом бокале такого шоколада. Отставляем в сторону и даем ему не только остыть, но и немножечко схватиться, застыть. Это тоже нам понадобится попозже. А мы с тобой возвращаемся, кстати, к желатину, который, посмотри, разбух в сливках. Вот теперь берем небольшой ковшик. Такой вот, ну прям вот такой крохотный. Выливаем сюда сливки с желатином и на очень медленном огне прогреваем так, чтобы желатин растворился. И тем временем, пока у меня желатин растворяется, я отделяю белки от желтков. Мне понадобится 2 белка, желтки мне в данном рецепте не нужны, чтобы сделать такую итальянскую меренгу. Белки, сюда немножко обязательно соли. Вообще шоколад соль очень любит. Теперь венчиком все это взбиваю. Одновременно поглядываем, как там у нас помешать. Нет, не надо мешать, нужно просто смотреть, чтобы он ни в коем случае не закипел. Не закипел, да. То есть он должен прогреться до температуры 60-70 градусов. Вообще при взбивании белков очень важно, чтобы яйца всегда были комнатной температуры. Вот я знаю, что во Франции даже такие домохозяйки, то, что мы называем, вот смотри, он уже растворился, вот я его и снимаю.
с огня. Так вот, во Франции домохозяйки, прежде чем начинать готовить с утра, вынимают сразу пачку яиц из холодильника. Она даже, может быть, еще не знает, что она будет готовить, но она уже точно знает, что у нее все получится, потому что яйца комнатной температуры. Вот теперь, когда белки должны быть уже хорошо взбиты, это один из секретов, когда получается хорошая меренга. Смотри, видишь, как они уже плотно, можно даже перевернуть, они будут стоять, но при этом не перебиты, блестящие, гладкие, воздушные. И вот только тогда, после того, как белки вот в таком состоянии, я добавляю сюда сахарную пудру. Мне нужно тоже две небольшие, без горки, столовые ложки сахарной пудры. Начинаю взбивать. И моментально масса приобретает совершенно другую консистенцию. У меня, видишь, там такие крупинки, сахарная пудра с ванилью. Вот здесь нужно проявить терпение и взбивать до состояния очень плотного, очень блестящего, такого практически плотного крема. Ну и, естественно, в объеме все красиво увеличивается. И вот теперь вот это как раз тот момент, когда нужно добавить немножко кипятка. Вода должна быть очень горячая, прямо буквально кипяток. 2 столовые ложки. Сначала одну. Взбиваю, вбиваю ее. Завариваем, да, кипятка? Да, мы, получается, этим кипятком завариваем. И вот теперь вторую. Заметь, в данном случае я очень точно отмеряю, не лью на глаз, потому что это очень важно для правильной консистенции меренги. И сюда же желатин со сливками. И добиваемся теперь густого, такого, знаешь, новоздушного состояния. По сути, это такой мусс облегченный, потому что, смотри, желтков здесь нет, сливочного масла нет. Это очень легкий, воздушный десерт, но при этом очень богатый на вкус. Ну вот, собственно говоря, теперь мы разливаем вот сюда на застывший шоколад, как ты видишь, наш... Вот эту основу муссовую с желатином. Красиво. Слои всегда так эффектно. Да, слои всегда красиво. И ненадолго, так чтобы было равномерно, убираем эту красоту в холодильник, пока все как следует не схватится. И можно сказать, все, что нам осталось, это, кстати, сливки тоже можно пока убрать в холодильник, все, что нам осталось, это украсить наш десерт. Так что быстренько все в холод, чтобы удобно было поставить. Я использую обычно или какую-нибудь тарелку, или какую-нибудь вот такую форму. Сливки тоже. Так. Открываю. Спасибо. Опля. Ну вот. И буквально минут на 15-20, и там все быстро схватится, а мы с тобой тем временем делаем кростату. Ты знаешь, вообще мы с тобой никогда не готовили рисовое тесто. А рисовое тесто классная вещь. Вот, например, если у тебя присутствует аллергия к глютену, да, которая сегодня, к сожалению, встречается довольно часто, то в данном случае рис – это просто настоящее спасение. У меня вот такой классный рис «Агроальянс» в пакетах, отечественный, кубанский. Что прекрасного в этом рисе, он действительно прекрасен, это то, что, во-первых, это очень удобный способ приготовления. Опустил пакетики вот так вот, понимаешь, да, это могут делать и дети, и мужчины, и кто угодно. Опустил пакетик в кастрюльку, рис себе варится, посмотрел, сколько он должен вариться на упаковке, потом вот так подцепил. Купил пакет вилкой, вытащил и подавай его, хочешь гарнир, хочешь делай с ним, я не знаю, фаршируй там чем-нибудь, или вот такое тесто, как сегодня. Пока рис у нас варится, мы с тобой, для того, чтобы тесто получилось более интересным, я бы сказала, насыщенным по вкусу. Вообще смысл в том, что мы делаем из риса именно корж. Это корж, который будет являться основанием для пирога, а пирог у нас будет
из овощей, там начинка будет и баклажаны, и цукини, можно взять лук и закарамелизировать помидоры, в общем, любые овощи, которые есть у тебя под рукой. Мне понадобится 4 столовые ложки натертого сыра, я взяла 2 вида сыра, честно говоря, для интереса, потому что у меня в холодильнике оказалось 2 вида сыра. Можно использовать и один твердый сыр, который тебе по вкусу, который тебе нравится, либо даже в таких рецептах, это вот опять та моя любимая история, тот сыр, который уже не идет ни на бутерброды, и надоел он как-то, никто особенно с ним ничего не ест, и вот тогда вот как раз этот сыр прекрасно для приготовления, вот для такой, знаешь, спрятать его, натереть, и просто получается, здорово, и выигрывает тесто, выигрывает сыр, а главное выигрывает домашняя экономика. Так, взбиваем миндаль. Вот у нас получается миндальная мука, но, собственно говоря, нам с тобой известно это свойство миндаля. Он очень часто замещает или часть муки, или вообще муку в выпечке. И в данном случае, вот именно в этом его функция, он нам нужен, чтобы просто избавиться совершенно от муки. Теперь, пока у нас варится рис, мы как раз с тобой разогреваем сковороду-гриль. Да не одну, а две. Добавляем сюда немного оливкового масла. Ты знаешь, я использую, когда я готовлю с овощами, мне важно подчеркнуть вкус овощей, я всегда использую Extra Virgin Olive Oil Borges, потому что я не знаю другого масла, которое бы настолько помогало овощам, не побоюсь этого слова, раскрыться и стать вкуснее и ароматней. Сковорода должна быть очень хорошо разогрета, и поэтому, пока сковорода разогревается, я нарезаю вот такими тонкими пластинками, толщиной несколько миллиметров, баклажаны. Баклажаны желательно выбирать такие, которые поплотнее, в которых мало семечек, тогда просто вкуснее получится. Вообще, на самом деле, одного баклажана мне вполне хватит. Еще цукини возьму и тоже такими же пластиночками нарежу. Тоже не очень толсто. Ну, цукини режется легче, чем баклажан. Цукини жарится быстрее и нежнее получается. Так. Есть. Ну вот, а теперь на сковородку выкладываю сюда цукини. О, вот что значит, сковорода хорошо разогрета. Так. И баклажан. А я беру форму. Форму выкладываю бумагой для выпечки. Но при этом бумагу для выпечки в любом случае надо непременно смазать маслом. Так. Небольшое количество сливочного масла. Как раз, ты знаешь, я вообще очень люблю, ты знаешь меня, сочетание вкусовое сливочного и оливкового масла. Но здесь еще хорошо сливочное масло для того, что, вот смотри, мы немножко смазали, теперь перемешали 2 натертых сыра. Присыпали, чтобы получилась такая сырная корочка. Выкладываю вот сюда в форму. О, смотри, как получилось. Идеально. По краям. Так. Рис у нас готов. А это значит, что я сливаю быстро воду. Так. Так. Сейчас переверну быстренько баклажаны сначала, чтобы не подгорели. Они, видишь, уже золотятся у меня. Еще пару-тройку минут, они тоже будут готовы. Но с овощами, кстати, нам торопиться некуда, потому что для начала мы должны испечь саму кростату. Поэтому вот в такую миску пакеты риса. Первый. Если немножко воды там есть, то ничего страшного. Опля. И помнишь, у нас осталось 2 желтка от нашего десерта. 2 желтка и 1 яйцо. Добавляю к рису. Сюда же натертый сыр. Весь оставшийся. Сюда же миндаль измельченный. Так. И теперь... Делаю тесто, собственно говоря, то есть рис перемешиваю вот с этими ингредиентами, естественно, соль и перец. И тут вот мы с тобой не жалеем соли,
перца для аромата. Немножко сыра здесь есть, поэтому с солью осторожно. Да, ну на вкус, в общем. Но посолить нужно обязательно. Рис соль любит, как, впрочем, и овощи. Так. И вот теперь делаем однородную красивую массу из нашего чудесного приготовленного моментально риса. И вот как только все соединилось, я это выкладываю вот в приготовленную форму. Понимаешь, как разумно, что мы приготовили форму заранее? Так. И теперь, прям вот как если бы это было песочное тесто, да, делаю такой корж. Ну и вот теперь, видишь, вот таким образом делаю, чтобы были бортики более четкие, намечаю. И отправляю в духовку. Духовка должна быть хорошо разогрета, 190-200 градусов. И печется это все очень быстро, минут 20-30. И ты знаешь, тут у меня есть такие веточки с помидорами. Прямо постараться, чтобы они не отвалились. Конечно, какие-то обязательно отвалятся, но какие-то останутся. Это просто очень красиво получается, когда так подавать. Так, те, которые готовы, уже снимаю. Так, эти можно еще немножко подержать. И обязательно соли, не только сюда и сюда, тоже на эти овощи. Ой, это перец у меня, ну то есть и перца, и соли надо. Так, и сюда тоже соли немного. А тут у меня еще такой перец чили, совсем чуть-чуть. Он такой довольно ядреный, его тоже капельку хорошо бы добавить. Все, овощи готовы. Собственно говоря, у нас все, что осталось сделать, дождаться, пока выпечется наш корж. А мы с тобой сейчас займемся приготовлением куриной грудки. Сюда мне нужна сковорода вок. Просто в воке все готовится гораздо быстрее. Поэтому пока она нагревается, я беру очень быстро, чтобы отбить мясо. Лист бумаги для выпечки вот такой. Кладу грудки куриные. Вот так выкладываю на лист бумаги. Беру скалку, такую-то лакушку, как у меня. Распределяю так вот равномерно. Соль, перец. И немножечко отбить. Немного, просто чтобы быстрее готовилось это мясо и чтобы курица была нежнее. Есть такое дело. Красота. Теперь нож. И добавляю сюда масло. Пару столовых ложек. Красивые помидорчики. И нарезаю небольшими полосочками, вот такими, отбитую куриную грудку. Так, ну вот. И добавляем всю эту красоту прямо. Опа, 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 опа. Есть. А мы пока с тобой берем ступку. Это, честно говоря, для интереса. Можно и без этого обойтись. Это миндаль, любой орех подойдет. Пекан будет здорово. Будет очень хорошо. Кедровый орешек. Кашью прекрасно. Даже соленый арахис тоже будет здорово работать. И сюда же немножко семечек. Это семечки подсолнечника. Можно взять кунжутное семя. Особенно если ты решишь, что делать с таким восточным ароматом, то кунжутное семя будет классно работать. Особенно в сочетании как раз-таки с арахисом соленым. Будет очень здорово. Ну вот, немножко измельчили, подтолкли. Добавляем курицы. И опять все это перемешиваем как следует. И как бы курица получается, знаешь, такая припорошенная. Не совсем корочка ореховая, но все-таки какие-то семечки, орешки прилипнут, пристанут. И тут именно то, что нам нужно. Так. И теперь сюда я добавляю, здесь у меня перцы. Вообще, это мое последнее недавнее ноу-хау. Я запекаю перцы, и потом хочу яичницу, например, с какими-нибудь запеченными овощами. Хочу вот такой в пасту прекрасно соус. А какой замечательный ореховый соус на основе вот таких перцев для макаронов получается, просто бомба. Здесь у
у меня оливки уже без косточек. Но договорились с тобой, что будет у нас с тобой такое Средиземноморье. Испания, Италия, Португалия. Добавляем оливки. Немножко лимона. Во-первых, и цедра лимона хорошо здесь работает. Ну и сок, естественно. Цедру лимона прямо сюда на мелкой терке. Красота. Так. И немного лимонного сока. Вот вок, гриль, это тоже такие палочки-выручалочки. Правда? Абсолютно, потому что быстро все готовится. Угу. Осталось добавить травку. Ну, если добавляем базилик, то рвем его лучше руками, потому что он тогда более ароматный получается. Так. Ну вот, курица готова. Осталось закончить приготовление нашей крастаты. Тесто вынимаем. Так. Посмотри, какая она. Пахнет, знаешь, сыром. Пахнет такой какой-то нежностью, сливочностью. Я не знаю, пахнет прекрасно. Замечательно, исключительно. Так, теперь вынимаю аккуратно. Освобождаю от бумаги. Оп-ля. Так, и теперь наши... Запеченные овощи выкладываются сюда, вот такими слоями, вперемешку цукини, баклажаны, побольше, потому что, видишь, коржик получился толстенький, красивенький, овощей должно быть много, и помидоры, 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 эх, постараться так, чтобы они не потеряли веточки. Опля. Ну а теперь еще, чтобы все-таки добавить этому еще больше итальянских ноток, я добавлю моцареллу, ну, в принципе, любой свежий сыр. Просто что получается, сыр, он очень здорово женится. И с овощами, да, придает тому действительно вот такую сливочность. И, собственно говоря, с рисом тоже. Ну вот, и теперь, конечно же, зелени хочется какой-нибудь. Я думаю, ты знаешь, все-таки базилик у нас сегодня правит. На кухне я прямо вот такие целиком листочки... Такие какие-то, которые покраше. И немножко оливкового масла, чуть-чуть. Буквально так, тоненькой струйкой. Ну что, красота же, правда? Да. Просто, мне кажется, очень, да, очень по-воскресному. Очень такой за стол посадить большую семью и прямо подать такой пирог. К нему мы подаем, естественно, курицу. И нам осталось... Курицу я тоже выкладываю в какую-нибудь тарелку. И нам осталось доделать... Вот он. Ох, цыпленочек. Хорош, правда? Ой, как пахнет. И нам осталось с тобой доделать десерт. Что значит доделать? В принципе, у нас все готово, все застыло, все остыло. И ты сейчас убедишься, что я не голословна. Ой, какой воздушный этот мусс. Прямо посмотри, какие пузырьки сверху, да? Вот, красота. Супер. Теперь, ну, чтобы это получилось по-настоящему слоеное, в эти взбитые сливки я добавляю измельченные орехи. Сейчас. В миску. Чтобы они просто не потеряли свой объем, я это делаю по чуть-чуть. Аккуратно. И вот эти орехово-ванильные сладкие взбитые сливки добавляю сверху на наш белковый мусс. И, как ты помнишь, у нас осталось там немного шоколадного ганаша, да? Который мы клали с тобой на дно бокала с помощью двух ложек. Видишь, он густой стал, как я тебе и обещала. Сначала все вот так вот соединяем. Ой, как это кофе благоухает! А, божественно! Делаю вот такую клетку небольшую и выкладываю ее сверху. Давай, 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 не подведи. Опля. Оп. И теперь просто несколько вот так орешков целиком. Штучки три. Сверху. Как бы намекаем на то, что в этом десерте есть шоколад, орехи, ну а все остальное прозрачно, все видно. Так. Немножко у меня здесь есть какао, пудра какао. Препорошить. Вот так через сито, чуть-чуть. В основном стараюсь попадать на края, чтобы не скрывать орехи и шоколад. Ну вот,
Ну вот какой у нас с тобой, мне кажется, сегодня получился такой интересный обед в средиземноморском стиле.